И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмак, Серега. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1, шестая ночь. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Что, Серега, ты сегодня у нас аниматроник, будешь нас пугать вместе с NPC-шками. Надеюсь, мы пройдем, вы поставите лайкосик и подпишитесь на мой канал, а мы будем начинать. Так, Кэтмакс, ты готов? А как вы уже проиграли? А как? Че, издеваетесь? Только готовы, уже не готовы. Хорошо, ребята, первый блин комом. Первый блин комом, а мы начинаем заново. Это уже смешно. Мне уже нравится. Все, давай, короче, Кэтмакс, сейчас слева, ты справа. Все, сейчас должны затащить по-любому. Вот это ты постоянно, да, будешь теперь жмякать, да? Понял. Так, Чика побежала по кастрюлям лазить. Классные звуки сделаны, такие реалистичные. Это когда я голодный, вот так лазю по кастрюлям. Так. Так, Бонни с этой стороны стоит. Чика еще не идет. Фредди стоит прям за углом. Все, сейчас должны затащить. Ну, шестая ночь очень сильная будет, очень. Если Фредди за углом, уже надо... Не, не нападет он так, мы проверяли. Не, не трать энергию. Советую экономить энергию, потому да, что... Да, да, да. Экономим, экономим, Серега, все делаем. Да как так быстро? Да как он просто приходит, и мы сразу умираем? Нету вообще времени, чтобы закрыть дверь. Есть вообще-то. Да как, оно там буквально доли секунды. Димас сначала. Хорошо, хорошо, давайте еще раз, третий раз. Я знал, что Серега мощный чувак, но не до такой степени. С ноги ему по щам. Ой. А я вам это металлическую руку почти. Все, я буду держать палец на кнопке и сразу буду закрывать. Есть! Я успел в этот раз. Он ушел. Так, ребята, первая атака отражена успешно. Кэтмак, сильно долго двери не держи закрытой. А, вот так, да? Хорошо. Вот тут дверь вообще жестко атакует, так что я тебе в какой-то степени подписал, чтобы ты там был. Это будет жестко, я уже знаю. А я стою, держу. Прям на готове. Серега, много возможностей в шестую ночь вообще? Да. Очень много? Очень. На тебе! Ха-ха-ха, не успел. Стучи, стучи, никто тебе не откроет. Отлично. Да как мы пройдем? Да как, если он одновременно атакует всеми? Ребята, как нам пройти? Ну, будем стараться. Все-таки, может, пройдем? Не знаю, как, но как-то пройдем. Хорошо. Дубль какой-то там по счету, не знаю. Настроя. Пикачу зашел. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Вы знаете, что делать. Все, давайте, все вместе. Все вместе ждем и проигрываем. О, давай я, короче, справа буду, я знаю, как он атакует, а ты слева. Я уже выучил его, давай, меняемся сторонами. Надеюсь... Закрывай! Фух, фух, я уже переживаю сильнее. На тебе! И Чика пришла. Так, эту дверь я сам буду открывать и закрывать. Я знаю Серегу, он очень хитрый. Ах ты жопа! Ты будешь вообще когда-то не нападать? Нет. Понял. Так быстро, это просто жесть. У меня плохое предчувствие, что мы, наверное, не пройдем эту ночь. Но мы будем стараться. Закрывай! Молодец. Отлично, вор энергии ушел. Камеры, ребята, не чекайте. Это ни к чему, оно не поможет нам. Тут даже не успеешь их почекать. Лишняя трата. Да, лишняя трата и времени, и энергии. Но так. А не, если Серега управляет, это не работает. Отлично, отлично, ждем. Чика стоит на меня, смотрит. Оп, есть. Оп, есть. Отлично, отлично, стоим, стоим. Есть. Да как? Да как ты сразу Фредди два раза нападаешь? Как это работает? У него кулдаун очень быстрый. У него это скилл очень хороший, прокачан. У тебя маны много. Смотри, еще раз прыгай. У тебя маны много, я понял. Это так работает. Нет, не работает. Да ты что, ты реально жестко нападаешь им? Прям 40. Так, Кэтмакс, я не понял, ты че дверь открыл?
Как вы собираетесь проходить, пацаны? Одному вообще нереально, вдвоем еще тяжелее. Хорошо, еще раз пробуем. Ребят, да, дам совет. Вот вы двое следите за дверьми, не отвлекайтесь на всякую фигню. Да, вы бегаете. Давайте я справа, вы вдвоем слева. Давайте так, потому что я вижу, что вам тяжело. Так, ну что, начинаем, ребята. Дубль. Какой-то там тоже большой по счету, но мы попытаемся... Успелись быть. Уже счета. 80 дублей спустя. Есть. Ага, здрасте. Забор покрасить. Да-да-да, знаем такое, знаем. Я уверен, что Фредди сейчас стоит, я не буду открывать. Закрывайте! Молодцы, пацаны, молодцы. Даже боюсь в ту сторону смотреть. Потому что завалит. Завалит и не прочувствует. Ого, энергия как садится сильно. Отлично, ребята, проходим. Час ночи. Больше всего прожили. Че, до двух мы успели. Но как-то прошли. Как я вообще пятую ночь прошел? А, никто не управлял аниматроника, были просто NPC-шки, я вспомнил. Серега даже в четвертое нам не давал пройти. Так что, все впереди у нас. Нормальные звуки, стрёмные, стрёмные. Ох, ты что, ты прям Чика видел, как ты пыхнулась. Ребята, смотрите вдвоем за левой дверью. Пожалуйста, вдвоем чекайте. Серега тем более видит, что мы тут делаем, он специально подлавливает нас на хитрости. Да? Ха-ха, смешно, да? Да. Давай, давай, смейся. Сейчас, ребята. Мясо. Не-не-не, не надо мясо. Закрывайте! Это же, Серега, ну ты вообще просто какой-то псих. Да ладно, да как мы пройдем? Ты вообще какой-то ненормальный, шо ли? Ладно, нормально, вы держитесь 60. Да, да. Да нет, да нет, плохо мы держимся. Фокси сильно много энергии забирает, жлоб этот. Крючковый. Я б не сказал, что прям так много. Но я б не сказал, что и мало. Гопник. Стакан наполовину полон. Ага, понял. Ночь наполовину не пройдена. Уже рекорд, да, ребята. Мы, видно, что вы сразу поставили все лайкосик. Прям чувствуется, как ролик в тренды попадает. 60%. Сейчас что-то будет. Так, так, так. Забежит, бежит, закрывайте. Так. Ушла. Стоит. Хорошо, что можно открыть и закрыть сразу, и это не убивает. Да ладно, да как ты, как каждую секунду? Да ну как? 2 часа 40%. Все, ребята, мы уже, наверное, не пройдем. Да пройдете, что вы плачете? Раньше времени не сдаете? Да, охранники из FNAF 1 не сдаются, они просто проигрывают, все сходится. Ты что? И знаешь, что самое обидное? Дадут 40 долларов за всю ночь, так обидно. Все? Разве 40? 80 же. А, уже повысили, да, зарплату? Да ширака можно будет больше купить. Спасибо. Спасибо, ребята. Так, так, не загораживай. Тут, видишь, все нападение идет жестко. Ушла. А, я знаю, что Фредди стоит там. Не, не стоит. Бежит, закрывайте! Молодцы, молодцы. Умнички, ребята. Тащим потихоньку. 20%. Серега, ты вообще мочишь. Как пройти? Опять пришло. А, не, не пришло. Искажение реальности идет. Я не знаю, как мы это сделаем. Ребят, ну мы, я думаю, пройдем. Может, не в этот раз, в следующий точно. Не, вряд ли, у нас уже 17%. Да, если сейчас еще Фокси раз прибежит, заглянет в нашу конуру, то все. Долго не держите двери закрытыми. Они очень быстро уходят. Это Серега здесь уже, я знаю фишку его, как он нападает здесь по-хитрому. Хоп, пришло. Хоп, ушло. Хоп, никого нету. Отлично. 14%. Вот никак не зарядит, да, нам батарейки? Печально, печально. Печально.
Это а жесть. Ничего нету. Как громко здесь они тарахтят, ничего не слышно. Но очень интересно. Блин. Мы уже побили рекорд. Да, мы сейчас. Знаете, я вам скажу честно, Серега нас щадит. Я уверен, он бы захотел, уже нас замочил, да, Серега? Нет. Нет? Меня собаки воют. Бежит, закрывайте! Я слышал, как у тебя собаки воют. Да ладно. А, спасайтесь! А как это Фредди был с той стороны, а потом с той? Че, еще раз попробуем или нет? А давай. Давайте, ребята, держим кулачки, пробуем еще раз. Чпоникс. Ладно, Димас, все-таки решил немного пощадить вас. Пощадить, да? Спасибо тебе, Серега, ты очень добрый. Я буду использовать Фокси 3 раза за игру. Спасибо тебе. Не 4, да? А не, хотя ладно, 6. Нет, 7. Давай 10, чтобы на Верочку. Давай 20. А сколько раз ты можешь максимум прибежать за ночь? Точно где-то 15-17. Где-то начинается веселье. Так, стоит. Пришло. Ушло. Блин, ну Фредди прям может и с той стороны нападать. Я вообще не знал, что так можно, резко он может передвигаться. А с той стороны он только если у вас свет закончится. Ну это самое интересное, прям вот 6-ю ночь пройти реально очень сложно. Так, отлично. Кстати, если ты, Серега, не будешь за Фокси бежать, он все равно прибежит. Нет. Нет, я думал, тут еще и компьютер тебе помогает немножко. Нет. Я понял. Короче, у нас получается на час должно уходить где-то 15%. Опять пришло. Я не вижу, куда он уходит, нет анимации. Очень странно. Пошло, поехало. Бежит, бежит. Отлично. Вот 87, давайте проверим, сколько. Получается мало, 3%. Он, кстати, рандомно отнимает, 3% это очень мало. Так, пока мне все хорошо, 80% в час ночи. В принципе, есть надежда на выигрыш. На проигрыш. Опять пришло. Ушло. Она даже не уходит, она рядышком всегда стоит. Так, Кэт Макс, Серега, давайте запишем FNAF Coop. А давай. Я вам скину потом ссылочки и поиграем. Ребят, так что ждите, через пару дней выйдет FNAF Coop. Да, можно не просто там, там есть режим еще Versus. Официально я могу аниматроником бегать, управлять, а вы будете прятаться. Вам понравится. И стучит, и тарахтит, а что он только не делает. Так, Серега, сразу видно, что слабее нападаешь, вот сразу видно, прям легенький-легенький такой испух испытывается. Мне кажется, это как 4-я ночь. Фокси бежит, закрывайте! Молодцы, молодцы. Я аж обосрался чуть-чуть. А, да смотри, приходит и приходит оно. Фредки. Ушло. Да-да-да. Отлично. Так, все, спокойно. Слушаем. Так, они вдвоем прям стоят. Ушла. Ребята, напряженный момент. 3 часа ночи. В принципе, вообще все классно у нас. Мы сейчас затащим. Или нет? Так, отлично. Нет, не отлично. Но это не точно. Так, я прям двери теперь быстрее закрываю, открываю. Не жду. Они быстро уходят. Опять пришло. Серега, ты там такой шум поднял на кухне. Кто убирать будет? Это Чика опять там жрет пиццу. Пиццу жрет. Есть. Ушла. Отлично. Тоже Чика. Я тоже Чика? О, прикольно. Чика-чика-пика. Бежит, пацаны, закрывайте. Молодцы, молодцы. О, сейчас много отнял энергии. 9%. Всегда рандомно, нет определенного. Да не, мы не затащим, смотрите, 3 часа ночи 35% резко стало. Да как? Было же 50. По-моему, если бы ИИ был, мы его затащили. Ты думаешь? Ну, наверное. Затащите, чё сразу сдаёте?
Так. Ждем, ждем, ждем. Сейчас будет нападение жесткое. Так, 4 часа. Все-таки есть шанс пройти. Есть. Но очень маленький. Просто мизерный. Ржет и ржет. Так 2 же 5 часов. Быстрее наставай. 5 часов. Быстро не наставай. Быстро 5 часов настай. Вай. Быстро умрите. Не-не-не, не надо. Хочется жить. Хочется пройти как-то. С горем пополам. Так, давай, 5 часов, пожалуйста. Удивлюсь, если на 1% пройдете. 5 часов, пожалуйста, настань. Будь человеком. Прям... Да ладно, пацаны, да как вы там не увидели? Вас двое. Они слишком рано открыли дверь. Бывает. Да, кстати, Боня как-то быстрее нападает, чем Чика и Фредди. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!